Уйти! Что ты здесь? Убирайся отсюда! Тебе здесь! Оставь ее в покое! Будь со мной, Игорь. Я рядом. Посмотри на меня. Посмотри вокруг. Я жду. Пожалуйста, поспеши. Несчастных погибло в таких ямах. Неужели я одна из них, Игорь? Неужели от меня остался лишь череп с дыркой в затылке? Наверное, спасибо тебе. От сталкера я, конечно, помощи не ожидал. Как тебя угораздило? Я сбежал. Не стал помогать этим мясникам собирать и казнить гражданских. Зону покинуть я не смог. Из-за охраны по периметру. Так что начал потихоньку приторговывать, чтобы выжить. Ну, в общем, мои бывшие товарищи быстро меня нашли. Гриша был моим другом. Хорошим другом, близким. Но бегство он мне простить не смог. Думаю, чувство стыда стало для него просто невыносимым. Я сбежал, а он остался. И сделал то, что сделал. Я погубил нашу дружбу. Поэтому Гриша решил погубить меня.
Что? Тебе никогда ее не найти. Уходи отсюда. Выбрался. Мой любимый сталкер! Еще раз спасибо, что спас меня. А если не секрет, где ты берешь свои товары? Ну, я поддерживаю контакт с парой ребят, которые не пытаются меня пристрелить. Они мне приносят наровское добро, а я им подгоняю то, что нельзя достать официально. И все довольны. Внимание! На Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти городской совет народных депутатов неблагоприятная радиационная обстановка. Городской совет народных депутатов неблагоприятная радиационная обстановка. Шатаешься? Спокойно, я просто ищу запчасти. Что? Говори громче! Я просто ищу запчасти. Да не ори ты! Здесь опасно. Почему опасно? Что за вопрос? Из-за НКВД, конечно. НКВД? Тайная советская полиция? Эти уроды тут шастают, вынюхивают что-то. Раскулачили мою невестку, а у нее всего-то две коровы было! Две сраных коровы, мать твою! НКВД больше нет. О них можно не беспокоиться. Да-да, ежел тот еще говнюк! Никому от его прихвостней покоя нет! Даже героям войны, вроде меня! Боже! Что? Говори громче, парень! У меня ж со слухом плохо! Контузия! Фрица, гранату в бункер закину! У тебя есть что-нибудь на обмен? Может, запчасти какие? А что ты раньше не спросил? Конечно, есть. Могу тебе немного хлама, но патроны поменять. Мне нужно быть готовым, если НКВД вдруг вернется. Тебе удалось найти что-нибудь ценное? Взгляни, сынок. До встречи.
Привет, уважаемый коллега. Я кое-кого ищу. Такой высокий, сгорбленный мужчина с длинными темными волосами. Может, ты его видел? Увы, как-то не довелось. А что такое? Я ищу своего брата, Афанасия. Он недавно исчез без следа. Я уже все тут обыскал. Счастливого пути, друг мой. Да, и возьми вот это. Как знать, может пригодиться. Черт, я не могу пристрелить собаку. Вот не могу, и все тут. Слушай, я понимаю, что это нелегко, но эти животные по-любому умрут. А до этого успеют везде радиацию разнести. Считай это жестом милосердия. Это же просто полная жопа! Кто-то здорово накосячил, и этот кто-то должен за все ответить. Пусть руководство партии занимается этим. У нас есть своя работа. Этот Козлов, похоже, важная шишка. Может, встретиться с ним и спросить про Татьяну? Эй, а что у вас там творится? Два дня назад что-то рвануло, а теперь в Янове солдаты и... Извините, ребята, я просто шофер. Мне ничего не рассказывают. Но раз здесь армия, значит мы в безопасности. Разве нет? Продаешь оружие? Конечно! Только лучшее. Все изготовлено на заказ.